Перед вами победитель 10 сезона Шиденко Леонид Владимирович. Ура! Я с вами X-Factor. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу... Как вас зовут? Меня Леня зовут. Леня. Леонид, да? Да. Очень приятно, Леонид. Вы откуда? С Караганды. Я проехал 1000 километров из города Караганды до Алматы. И я уверен, что я стану звездой в 10 сезоне. А сколько вам лет, Леонид? 21 год. А скажите, у вас есть X-фактор, как вы думаете? Да, конечно, есть. Все тут нервничают, переживают, а во мне есть силы. И я уверен в себе, что я пройду первый тур. Какую песню вы приготовили? Ну, я, то есть, приготовил рэп на ходу, я буду здесь. Ну, я способен на... как... импровизацию, потом я способен то, что я могу петь, рэп, как айкыны сочиняю все, делаю на ходу. То есть это как... То есть я буду импровизировать. Блин, страшно что-то. Я взорву здесь все. Ну именно не в таком плане взорву, а взорву где-то судейскую бригаду своей музыкальной композиции. Ну давайте, послушаем. Все мои друзья против, трое человек, чтобы я приехал именно на вокальный проект X-Factor Казахстан, а остальные не против и хотят, чтобы я выходил и выступал на сцене, чтобы я показал свой талант. Услышал я гулять, я попал на X-Factor. Ты меня узнал, но это все хватит. Я приехал с Караганды вот сюда, и поэтому я звезда. Меня верят все, меня верят судьи. Если вы такие, поднимайте руки. Сегодня покажу, раскачаю я страну и на X-Factor попаду. Йоу-йоу-йоу, я читаю просто классно. Если ко мне на машине приедет баста, я сяду к Нагане и рэп прочитаю. Потом на голос попаду, меня все уважают. Я понимаю, но и после этого меня выберут на X-Factor просто йоу. Я попаду на финал, да. И поэтому я звезда, да. Если песни мои идут как еноты, если ты не енот, ну это потому что кто-то. Я могу делать все только на ходу, а я читаю, я к тебе домой приду и текст напишу. Это хватит, конечно, сегодня читаю, а я люблю я тебя, точно уважаю. Меня понимают все люди, я звезда на X-Factor. Я вас уважаю, судьи. Спасибо. Сердечко вам. Спасибо. Леня, красавчик. Леня, молодец. Спасибо просто. Вам большое. Ты, конечно, классный, но мы скажем тебе нет. Хорошо, спасибо. Несмотря ни на что, я стану популярен, хотя я не прошел во второй тур.